Адаптировать каменные джунгли для людей с ограниченными возможностями здоровья и сделать шумный мегаполис максимально безопасным для реализации этих целей организация акции «Белая трость» обратились к водителям, сотрудникам госавтоинспекции и пассажирского транспорта. Попросили их быть предельно внимательными при появлении на дороге инвалида по зрению. При возможности помочь им при посадке и высадке из общественного транспорта, а также относиться с пониманием и по возможности оказывать поддержку. И не только в дни проведения акции.